На импровизированной выставке представлены агрессивные немцы и маневренные японцы. Автолюбители нескольких клубов Хакасии объединились, чтобы показать детям свои машины. В их числе редкие экземпляры, либо серьезно прокачанное авто. Было дикое желание стать автолюбителем. И вот 18 лет исполнилось, все, я купил себе первый свой автомобиль. И это просто не передать словами, этим нужно жить. То есть нужно любить машины. Сам добрый, сам многого чего не видел в детстве. И поэтому хочется, ну, детям немножко радости и эмоций привести. В черногорской школе-интернате воспитываются особенные дети и ребятишки, оставшиеся без родителей. Впечатления от увиденного запомнятся надолго, тем более, что можно было не только посидеть за рулем, но и на время стать вторым пилотом машины. Мне нравится, что тут такие штучки есть, двигатель классный. Очень классно, мне все понравилось, это машины просто классные. Шоу получилось не только ярким, но и шумным, чем вызвало сильные положительные эмоции. Автолюбители Хакасии, сообща эффектные выезды, проводят второй год подряд. Охота ребятам внимание уделить. Я сам работаю в школе, учитель русского языка и литературы по профессии. И я понимаю, что такое дети, что такое детская психология, и как важно им уделить это время и хотя бы вот эти вот минутки, которые они с нами могут провести. Ну и показать им мир автомобилей, потому что чем дальше, тем, к сожалению, их меньше, этих автомобилей, становится. Скоро, ну, одни новые электрички, так сказать, будут. Поэтому нужно успеть им показать это. Во-первых, позитив, во-вторых, познание, знание в автомобилях о том, что у нас такое существует, и, конечно же, восторг. Следующая остановка Усть-Абакан. 21 сентября там пройдет большой благотворительный фестиваль «Мир авто без границ». И вновь основными зрителями станут дети, которые приедут в поселок со всей Хакасии.